что это приклеилось ко мне, потому что я ее защищал, пока не приклеилась, он-то не понимает. Он теперь думает, вообще-то я раньше занимался бизнесом, теперь погряз со своими секретаршами. Что тебе нужно делать? Избавиться. Yes. Как мне нужно от нее избавиться? А та же предалась. Что нужно делать с ней? Уволить. Еще одна дурь. Уволить ее. Уволил. Месть. Ах ты гад. Возлюбил меня вчера на письменном столе, а сегодня уволил. Отлично. И начинаем выносить ссоры звезды. Все расскажет. Какие слова говорил. Какие у них проблемы в фирме. Какие у них проколы. И тут конкурирующие темы. Иди сюда. Ну-ка расскажи, что ты вас предлагает. О, я вам все расскажу, все ее предпочтения. Понимаете? Какая удача нужна дальше? Он запутался, он заросся в своих брачных отношениях. Поэтому пишите, фактор неудачи – это зарывание в сексуальных отношениях. А сексуальные отношения возникают из-за того, что у вас в семье нет нерешенных вопросов. Нерешен.